Вице-губернатор Кубани Андрей Коробко, обсуждая на совещании вопросы повышения экономической эффективности овощеводства, предоставления мер господдержки в 2017 году, предложил создать в регионе ассоциацию овощеводов. Проработкой этого вопроса займется Краевое министерство сельского хозяйства. По словам самих овощеводов, проблем в отрасли достаточно, в том числе в части семеноводства и сбыта выращенной продукции. Для решения проблем аграриев и планируется создать ассоциацию. К началу 2017 года будет подготовлен реестр всех краевых производителей овощных культур с земельным участком более 50 гектаров. Есть идея за каждым закрепить определенные консервные заводы. Кроме того, отметили участники совещания, это позволит получать максимально достоверную информацию о видах и объемах выращиваемой продукции в регионе. В 2016 году, помимо уже действующих мер господдержки сельхозпроизводителям, впервые выплачивается субсидия из федерального и краевого бюджета для тех, кто занимается овощеводством на 1 гектар посевной площади, а для сельхозпредприятий, производящих томаты, огурцы, морковь, столовую свеклу, предусматривается повышенная ставка.